Третий – завершающий конкурсный день фестиваля. Все эти дни участники «Факела» зажигают новые звезды на фестивальном небосклоне. Этот яркий праздник они делают вместе. Вместе репетируют, выступают и, конечно, отдыхают. Дарить радость не только себе, но и всем окружающим они уже привыкли. Каждый из них прежде всего артист, а настоящие артисты привыкли думать о своем зрителе. Самые юные участники «Факела» познакомились с новой сценой, и конкурсное состязание позади. Жюри уже успело оценить по достоинству все их таланты, и теперь судить их будут томичи. В стенах Дворца народного творчества «Авангард» участники фестиваля организовали благотворительный концерт в поддержку фонда имени Алены Петровой для помощи детям с онкозаболеваниями. Главные гости этого утренника – малыши. Сами артисты собой довольны. Они делают по-настоящему полезное дело. После выступления за кулисами юные звезды делятся своими впечатлениями. Мы видели, как они улыбаются, глядя на нас. Мы приносим много пользы, надеюсь. Мы ощущаем, мы знаем, что помогаем другим людям. Такой концерт просто не мог не получиться на отлично. Здесь были и нотки задора, и капелька лирики, и самое главное, одна волна душевного настроения на всех. Участники уже не соревновались друг с другом. На сцене они просто выкладывались на все 100%. И, конечно, зрители не могли не оценить этого. Выступления были просто шикарные. Детки показали себя, мне кажется, выложились просто на отлично. Нас выдернули из нашей суеты, и мы задумались о том, о чем порой забываем. Я боготворю эту женщину, которая работает для этих детей, и желаю всем выздоровления. После концерта участники и зрители собрались в холле, чтобы вместе внести свой вклад в будущее детей фонда. Ни с чем не сравнимые эмоции, фотография на память, и вот, уже никто не думает о том, что в жизни есть безрадостные моменты. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Конкурсная программа корпоративного фестиваля «Газпром Факел» продолжается. В этот раз сцену никто не делил, она полностью принадлежала старшей возрастной группе. Но взрослый не всегда означает бесстрашный. В гримерках царят все те же волнения и суета. А на сцене один коллектив сменяет другой. Там и песня рекой разливается, и ноги сами в пляс рвутся. Ведь первое отделение открывали фольклорные коллективы и солисты. К примеру, Юлия Чичирина. Это артистка, одна из тех немногих участников, кто сам себе и музыкант, и певец. Нарядилась и в кокошнике ко службе пришла. Ко службе пришла, да не узнали меня. Впечатлений масса. Такие приятные, такие естественные, понимаете? Удовольствие выступать на такой сцене, мы же из провинции. А эта девушка не стала долго думать над реквизитом для своего номера. Екатерина просто пошла в магазин и получила удовольствие от новых покупок. На сцене она изобразила любимое хобби любой девушки – шопинг. Не знаю, что из этого получится, но надеюсь, так на самое лучшее. По словам следующей исполнительницы, в ее песне каждый может найти частичку себя. Когда-то Юлия Авдеева из Ямбурга услышала песню «Молитва» в мюзикле «Метро». Мотив настолько понравился девушке, что она тут же решила, эту песню нужно обязательно исполнить на «Факеле». Все, что желанно. Когда на конкурсы приезжаешь, когда сидит много разных делегаций, каждый болеет только за себя, а здесь все поддерживают друг друга, это... Участники группы «Дефиле» засыпают и просыпаются под размеренный стук метронома. Их в команде семеро. Самая старшая играет на барабане уже 8 лет. На «Факел» они привезли попурри из зажигательных ритмов. Когда все удается, это... Эйфория. Да, такое счастье. Давайте все вместе хором в зале скажем. Уберите свет со сцены, ребят. Я вас люблю. Второй
Второе отделение третьего конкурсного дня открыла школа танца «Юди». Спецэффекты и мастерство артистов превратили номер в настоящее шоу. В перерыве член жюри Семен Мильштейн рассказал нам о своих впечатлениях от прошедших конкурсных дней. Все себя показали, в общем, все номинации на хорошем уровне. Есть уже достойные на гран-при, так что это очень хорошо. Народная хореография и вокальные выступления поразили публику буйством красок и мелодичностью акапельных переливов. Здесь можно было увидеть и веселую башкирскую свадьбу, и рвущие душу мужские страдания, и даже обряды жителей Индонезии. Девушки из ансамбля «Калина Красная» признаются, во время выступления страшно даже дышать. Их номер требует всепоглощающего внимания и безупречной координации. Позади последний конкурсный день. Но, как признаются сами участники, волнение от этого не убавилось. Впереди главное. Жюри должно назвать победителей. За закрытыми дверьми жаркие споры продлятся до позднего вечера. В ожидании результатов руководители делегаций собрались за круглым столом, чтобы поделиться эмоциями, которые у них накопились за все дни фестиваля. Организаторы великолепные, уровень высокий, все хорошо. Очень много коллективов с именем давно известным. И это очень хорошо. Это значит, что наши дети, наши люди развиваются, наши люди растут. Это фестиваль, который является таким хорошим индикатором, который ярко выражает всю социальную направленность компании Открытого акционерного общества «Газпром», направленная на развитие и детского, и юношеского, и взрослого творчества. Страшно, потому что сейчас будут говорить или предположительно будем знать, кто какое место занял.